Приветствую всех на канале Пернатый Дозор. С вами Алексей. Хотелось бы сегодня вам показать немножко и поговорить о такой замечательной, красивой породе. Кто узнал, наверное, уже ее, да? Может быть и нет. Смотрите, на переднем плане бочком стоит. Красавица, повернись к нам, какая замечательная курочка. Итак, это у нас Орловско-ситцевый. Смотрите, какой гребень у петушка. Просто точка. Вот такой вот петушок Петя. Выбирал. У меня было много петушков. Смотрел, кто лучше всех себя ведет. Кто кавалер, хозяин. Ну, все-таки понравился мне. Он уже ухаживает. Хотя яйценоскость наступает позже, чем обычно. Но уже начинает ухаживать. Ищет в подстилке что-нибудь. Зовет курешек. Ну вот, и как бы показалось мне, что здесь у меня сейчас находятся два петушка в общем стадии и шесть курочек. Ну, посмотрим. Есть сомнения. Тут вот стоит такой вот два мадмазели. Вот этот вот насыпился, мне кажется, этот петушочек. Спит. А эти курешки. Ну, курешки очень крупные. Шикарные курочки. Дождемся яйца, обязательно покажу. О чем еще хотел сказать? Дальнейшее видео, скажу сразу, выйдет. Начал уже снимать ролики каждый день. И в дальнейшем смонтирую и покажу. Начал небольшой такой эксперимент. Проблема у меня заключилась в чем? Куры перестали нести яйца. Но потом вдруг я нашел причину. Оказывается, куры несутся, но не все. Яиц очень мало. Сколько я видел яичек, все равно мне показалось мало. Но съедает, не успевал, то есть забирать с общего количества больше 50 курей. Те, кто должен нестись вместе с молодками. У меня в день 2-3 одно яйцо, бывает ни одного. Ну, в дальнейшем увидите ролик про это. Вот такие вот красавцы. Это у нас орловские. Смотрите, вот какая курочка выходит. А с петушком рядом сидит. Вообще шикарные, шикарные. Яйцо брал я в городе Самары у Ирины. Ирина, если смотрите, привет. Ссылку на ее канал я оставлю. Ниже в описаниях будет, кому интересно. Ну, я и думаю, наверное, на следующий год уже будет и у нас яйцо такой замечательной породы. Посмотрим на ее яйценоскость, как она будет нестись. По описаниям везде, где бы я ни смотрел, яйценоскость у нее хорошая. Не ставил еще я им ящики гнезда. Наверное, надо уже начинать. Это февральский у нас выводок. С февраля месяца. Конец. Нет, извиняюсь. Тут два выводка у нас. Это конец февраля и конец апреля. Да. Вот такие вот замечательные курешечки. Еще раз повторюсь, орловско-ситцевая порода кур. Ну, просто шикарные, смотрите. Кошелечки, отменные кошельки у них. Вот у нас стоит курешечка, давайте приблизим. Смотрите на них. Ну вот, только приблизил и сразу отвернулась. Ну, вот такая вот. Нравится мне пока эта порода. Посмотрим, конечно, какие будут яйца. Какая яйценоскость. Ну, желающих уже много. Петя с дамой умывается, поправляется, наводит марафет. Красавчики, красавчики. И спокойно, довольно-таки спокойно курочка. Конечно, когда заходишь к ним с ведром или с чем-нибудь, ну, это к любой породе, курочка сразу немножко убегает. Ну вот, по пути хотел показать вот такого вот петушка, русский хохлатый ситцевый. Такие вот галашейные петушки у нас есть. Барковский барвистый, синь-синь-дянь. Петушки галашейные у нас привезены с города Оренбурга. Яйцо инкубационное брали. Причем, смотрите, сами галашейные, да еще и с лохмоногами. Оперение на ногах лохматые. Вот такие вот шикарные петеньки.
это у нас остались. Уйдут, я думаю, наверное, в миксовые стада. Ну что ж, пойдем сходим дальше. Ну а здесь у нас всеми любимые. Подписчики многое про нее спрашивают. Павловское золото. Тоже замечательная птичка, но немножко шебутная. Как бы заходишь к ним, как и говорил, пугается. Но также и бывает сама по себе что-то здесь копается, копошится. Ну, интересная птичка. Нравится мне тоже она. Яйцо довольно-таки крупное. Хотя сама птичка мелковата, но яйцо, я бы не сказал, что сильно уступает там крупнопородной какой-то мясо-яичной породе. Нет. Яйцо крупное, довольно-таки увесистое. Хотя сама птичка маленькая. Вот такие вот золотушки. Смотрите, какая красота. Просто шикарные птички. Вот такой вот у нас Петя. Тоже с города Оренбурга приехала эта порода. Петя шикарненький. Сейчас собираю яйцо. Проверим оплот. Курочка перелиняла. Вот такое вот павловское золото наше. Шикарное. Шикарным. Да, да, да. Всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписался, подписывайтесь, лайкайте видосики, пишите комментарии. С удовольствием отвечу. Пока-пока.